Позволь мне рассказать о том, как идут дела. Новости какие в нашем маленьком городке. Яков бросил пить, его жена вчера родила. Ну а у меня пока все окей. Цены повышаются, их цены ужасно растут. Водка разбавляется водой безо всяких мер. В здании театра скоро будет новый детский приют. Пока все окей. Дамы носят мини, а мужчины носят в ухе серьгу. До нас всегда доходит с опозданием, там несколько дней. Около ломбарда моторный катер пошел ко дну. Ну а у меня пока все окей. И никаких волнений, все спокойно, как в болотном лесу. Никаких врагов и нет, то никаких друзей. Лодки, как скамейки, мы давно уже на берег.